Здравствуйте, приветствую вас на канале Мой Сад. И сегодня я хотела бы вас познакомить с таким магазином «Одноразовая посуда», который находится на оптовой базе, ну, вообще находится возле континента. Оптовка старая. Вот здесь продается одноразовая посуда, пакеты, скотч, все, что нужно нам, рассадникам, для того, чтобы свою рассаду пересадить в нужные стаканчики. Сейчас я зайду и покажу вам витрину и цены. Думаю, они вас приятно удивят. Вот такие пакетики я покупаю для своей рассады, когда продаю ее в стаканчиках. Вот, 68 рублей, это стоит 100 штук. 68 копеек один стаканчик. Ой, один пакетик. Вот, например, стаканчики, видите, сами какая цена. Самые удобные вот такие бочоночки. Это что? 329, да? Ой, 20 на 26, 33. Ага, упаковочки. Такие. Мешочка. Так, мне, пожалуйста, перчаточки, которые по 19 рублей. Ну, давайте три пары пока. М-очку. Ленточки. И, пожалуйста, для упаковки букета. Так, чем я еще пользуюсь? Пакеты экстра. Что я здесь покупаю? Ну, обязательно, конечно, скотч. Обязательно малярный скотч. Пожалуйста, батареечки мизинчиковые, панасоник. Вот. Такая цена здесь на скотч. Совсем не дорого. Там 4 штучки же, да? Катерти, пергамент для выпечки, туалетная бумага, нужные салфеточки. Знаете, можно еще пакетик какой-нибудь такой небольшого размера, вот с этими, с ручками, с плотными, с такими, с пластиковыми. Вот такие перчатки я себе покупала, очень хорошие. Вот такие упаковочки для цветов здесь тоже продаются. Ну, по 100 штук. Можно и для горшочков, и для его стомки. Пожалуйста. Ну, вот. Перманентные маркера для подписки. Лента тоже для маркировки. Вот ценники, пожалуйста. Очень удобно клеить на стаканчики. Пленка пищевая. Для укутывания ящиков с рассадой. Сто пакетиков 19 рублей. Спасибо большое. Всего доброго. Также сейчас есть тут уже для Пасхи. Все для Пасхи. Пожалуйста. Вот такой небольшой киоск, в котором есть все необходимое для пересадки растений, для их маркировки, для защиты наших рук. Так что приходите и приобретайте нужные вам товары. Желаю вам всего доброго и до встречи на канале Мой Сад.